Во время оно, в ниде Иисус в Капернаум, и слышано бысть, яко в дому есть, и абия собрашася мнози, яко к тому не вмещатися ни при дверях, и глаголаша им слово, и придоша к нему, носяще расслабленного жилами, носимо четырьми, и не могущим приближитеся к нему народа ради, от крыша, покров и дежебе, и прокопавши, свесиша одр, на нем же расслабленный лежаше. Видев же веру их, глагола расслабленному, чадо, отпущаются тебе греси твои. Бях уже неца и от книжник ту, сидящий и помышляющий в сердцах своих, что сей так оглаголит хулы, кто может оставлять и грехи, токмо един Бог. И абия разумев Иисус духом своим, яко так отии помышляют в себе рече им, что сия помышляете в сердцах ваших, что есть удобнее рещи расслабленному, отпущаются тебе греси, или рещи восстани, возьми одр твой и ходи. Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли, отпущать и грехи, глагола расслабленному, тебе глаголю, восстани и возьми одр твой и иди в дом твой. И восста абие, и взем одр, и зыде пред всеми, яко дивитеся всем, и славите Бога глаголющим, яко николи же тако виде хом. Мы с вами, дорогие христиане, строить свою жизнь и вечную свою жизнь должны на твердом вероисповедании. Никто из нас не спасется тем, что он хороший. Никто из нас, наверное, не мыслит полагать твердое основание своего будущего бытия за гробом в том, что я хороший человек. Это ошибка. Мы в конце службы говорим, что Христос, истинный Бог наш, молитвами Матери, святых, таких, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. То есть не помилует, потому что я хороший человек. Это жуткая ложь вообще. И не помилует, потому что я постился, например. Не помилует, потому что я там что-то еще сделал. Потому что благо человека любит. Но вера от нас требуется. Вера в то, что Христос истинный Сын Божий, равный Отцу во всем. И воплотился добровольно нас ради, и во Христе мы видим Бога воплотившегося. И вот, видите, иногда Он сам говорит о себе это. Я, говорит, и Отец одно. Иногда говорит, видя вы меня, видел Отца. Иногда говорит прикровенно, например, в Матфея в Евангелии читаем, как он укоряет людей, говорит, если бы, значит, от далеких пределов африканских приходила царица Эфиопская послушать премудрости Соломоновой. И вот, говорит, больше Соломона здесь. И красиво говорит, он больше Соломона, Иисус. Или, например, он говорит, что Ниневия языческая покаялась от проповеди Ионы, и вот больше Ионы здесь. То есть, а вы не каетесь. То есть Иисус здесь красиво очень так, как один только он может говорить, что я больше Ионы, я больше Соломона. А не надо прямо говорить, что я и Отец – это одно. Вот и сегодняшнее Евангелие, оно как раз тоже об этом, о том, что Иисус действительно Господь. Вот люди в беде, в разных там страхах, в печалях спрашивают, а кому помолиться? Чтобы этот вопрос даже не задавал никто больше никогда. А кому еще молиться, кроме Иисусу Христу? А потом уже зови на помощь, кого хочешь. Зови на помощь Спиридона, Николая, кого хочешь, зови на помощь в свою молитву. Потому что святой, что такое святой? Говорит, молись с нами и о нас. Там Предтеча, Стефан Первомученик, ну кто угодно. Молись Богу с нами и о нас. Но самый сильный помощник наш, единственный, собственно, помощник, единственный учитель наш, это Иисус Христос. Поэтому к Нему наши все молитвы, Он всесильный. Запомните, как Он говорит, дадеся мне всякая власть, на небеси и на земле. То есть вся полнота власти на небе и на земле над волосом человеческим
над ресничкой человеческой у Господа Иисуса Христа. Не смейте в этом сомневаться. И все молитвы наши к Нему, и сегодняшнее Евангелие тоже об этом. Вы слышите, как прокопали крышу, свесили 4 добрых человека, верующих человека, свесили одного, не пойми, верующий, неверующий, расслабленный, парализованный, не говорить, не двигаться не может. Они совершили дело любви, а дело любви всегда приносит убытки. Нет такого дела любви, которое бы убытки не принесло. Они нанесли, ну, такое серьезное... проблему такую сделали человеку, в доме которого Иисус собрался с учениками и всеми. Они прокопали ему крышу, разрушили и свесили болящего туда. И Христос, видя веру их, говорит расслабленному: дерзай, чадо, отпускаются тебе грехи. Значит, здесь много. Во-первых, сразу запомните, что вы, приходя в храм, должны нести с собой кого-то, чтобы вы в голове своей, в душе своей носили своих расслабленных с собой в храм. Потому что у всех у вас есть свои расслабленные, которые в храм не ходят. Друзья, знакомые, близкие, там у кого-то жена, у кого-то муж, у кого-то отец, у кого-то мать. У вас есть полно своих коллег, расслабленных, которые на свете Божьем живут, но Бога, свет создавшего, не исповедуют. Приносите их к лицу Христову. То есть вы, приходя в храм Божий, в ответе за себя и за того парня. Они свесили, он похвалил и простил ему грехи. Причем заметьте, что Иисус-то молодой человек, ему 30 лет с небольшим. Он обращается ко всем вокруг себя чадо. Прощаются тебе чада, грехи, то это чадо может быть 70-летнее или 50-летнее. А он юноша совсем, 30-летний молодой человек. Или женщина, там кровоточивая, там 12 лет в кровях живет, там ей может быть 50, там 45 лет. Он говорит там: дерзай, дочка, дерзай, дщи, там, значит, цела, будь цела от недуга твоего. Он называет людей вокруг себя дочерями, сыновьями, чада, то есть сынок, доченька, иди, ты здоров. То есть этот юноша... даже в этих словах проявляет свою вечность. Потому что он ветхий днями. То есть ему больше лет, чем всем нам вместе взятым. Он древнее, чем весь мир. Прежде мир не бысть, Христос есть. Даже в этих словах уже мы видим, кто такой Господь. Говорит: прощай, сынок, или чадо, ребенок, прощаю себе грехи твои. Хотя по-человечески он, может быть, моложе всех, которые вокруг него собирались. И потом возникает вопрос у этих книжников: а кто может грехи прощать, кроме одного Бога? Совершенно справедливая мысль. Это мы уже сегодня привыкли, нам уже и Духом Святым, и самой историей церкви нашей, и жизнью повседневной, и таинствами. Вон сколько, значит, совершается отпущение грехов ежедневно на аналое, когда священник говорит: Христос да простит тебе, потому что он имеет эту власть. И я, недостойный там священник, властью его мне данную, прощаю и развязываю тебя, разрешаю это развязываю. Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поскольку нам это дается очень часто и очень легко, вы знаете, что в древней церкви исповедь была, ну, может быть, раз в жизни. После крещения человек вообще жил так, как будто он сейчас умрет, сейчас, прям сегодня в рай пойдет. Люди жили как на стреме, как солдат в карауле. Они боялись лишний раз моргнуть. Они, грехов не было у христиан. И они не исповедовались в том, что там не сюсюкали ни о чем вообще каждую неделю подряд. Они, может быть, раз в жизни исповедовались, а некоторые ни разу не исповедовались. Чтобы исповедоваться каждую неделю, если бы христиане первого века сегодня бы помолились вместе с нами, а что там делают? Там исповедуются. Исповедуются. Короче, это было бы большое удивление, потому что мы привыкли к тому, что нам постоянно прощаются грехи. Ну, слава Богу за все, такая жизнь наша церковная стала. Но вы имеете в виду, что это все Он, это Иисус, который имеет великую власть. Они говорят ему, ну, короче, они засмеивались, что он имеет эту власть, что он действительно Бог воплощенный. Это вообще невозможно, это на голову не налазит. То, что мы так легко языком произносим, что Христос – это всемогущий Бог, принявший плоть человеческую, смирившийся до края, смирившийся до зела и во всем похожий на нас. Ничем не проявляющий своего божественного происхождения, кроме чудес и слова благодати. Он 30 лет жил на земле, ни одного чуда не сделал. Можете представить, в чем величие выражается больше всего? В том, что он смиренный до края, что он, имея возможность одним пальцем вселенную двигать, живет десятилетия между людьми, и никто не знает, что он Мессия, Господь и чудотворец. Потом смотрите, он спрашивает: а что лучше, что легче вообще? Сказать больному: вставай и иди. То есть там, или сказать ему: прощают тебе грехи твои. Ну, по-человечески говоря, и то сказать можно. Язык, он без костей. Но сказать так, чтобы слово было делом,
этого никто из нас не может. И Христос мог бы сказать больному просто: «Вставай, ты здоров, бери постель, иди домой», не прощая грехов. Мог бы, но он сделал иначе. Он вызвал на себя в очередной раз шквал недоверия, шквал хулы и помыслы подозрительные. Он сказал ему: «Прощают тебе грехи», и еще пока не дал ему здоровья. То есть душу уже очистил, а тело все еще продолжало болеть. И этим действием Христос намеренно поступает так, он не ошибся, он сделал так сознательно. Повторяю, что он мог бы сделать все наоборот. Он сказал ему: «Будь здоров». Он встал и пошел. Все бы: «О, Боже, какой чудотворец! Боже, какой хороший, великий человек! Какой пророк! Как вообще? Какой, 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 какой!» Он сделал наоборот. Он не дает здоровья сначала, потому что здоровье – это служебная, вторичная, рабочая вещь. Сначала он обращается к душе и делает то, что глаза не видят. «Прощаются тебе грехи». Это великая вещь вообще, вообще самая великая вещь. На этом можно было бы и остановиться. Но поскольку было сомнение, а кто он такой, с какой стати? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Тогда уже видимое чудо, это явное поднятие расслабленного на ноги, оно доказывает то, что прежде реченные слова были истиной. То есть Христос намеренно выходит как бы на аванпост и вызывает на себя шквал сомнений, возможной будущей хулы и возможной будущей ненависти. Нам трудно себе представить, какую ненависть вызывал Христос в окружении тех, кто в него не верил. Все 3 года проповеди Христос прожил, убегая и уходя, удаляясь от тех, кто его преследовал, в непрестанной опасности смерти телесной. Его постоянно искали уловить в слове, не раз хватались за камни, составляли разные договоры хитрые и так далее, потому что слово его не вмещалось в них. И он бы мог вести себя иначе, но он вел себя так, как вел. Он постоянно вызывал себя, на себя огонь их религиозного гнева. Они не понимали, что он делает. Он мог делать все смирение гораздо еще, не объявлять себя тем, кем он себя объявил. Но это было бы неправда. Он должен был сказать: «Это я». Все Евангелие для еврейского народа заключается в одном только слове: «Это я». Я пришел. Вы так долго ждали, я пришел. Вы же хотели, ну вот я. Вы же читали, Моисей обещал, пророки обещали. Вот у вас все это написано. Вы же ждете Мессию, ждете, ну ждете же. Говорит: «Ждем, но это я». Вот и вся проповедь. Все остальное – это уже доказательства, объяснения и ссылки на различные талмудические авторитеты, на священное писание и так далее. И вот когда он им, по сути, делал все это, вся его проповедь, все чудеса его были, по сути, заквашены одной идеей. «Я пришел». Да откройте же вы глаза, все, что вы ждали, уже исполнилось. Так началось с первой проповеди в Назаретской синагоге. Он когда взял Исаию, прочитал целый там зачало, потом свернул книгу и сказал: «Ныне сбылось слово сие пред очами вашими». И тут же было что? Тут же его схватили и потащили наверх горы, потому что город на горе стоит, Назарет, чтобы сбросить его вниз, с этой горы вниз. Но он прошел между ними, ибо не пришло время умирать. И не так нужно было умирать. То есть он постоянно говорил о том, что сбылось, наконец, пророчество Моисея, сбылось пророчество Давида, сбылось пророчество Исаии. «Я пришел». И вместо того, чтобы обрадоваться и услышать «Аллилуйя» от их уст, он видел постоянно, что его хотят убить за это. Так мы читаем и сегодня. И, братья и сестры, вообще обрадуйтесь хотя бы тому, что с нас, с вами, с христиан, снята эта тяжелая проблема разбираться. А кто он такой? Вы знаете, какая проблема мучила Израиль? Говорит: «Кто он такой? Это воскресший Иоанн Предтеча?» Нет. Это кто-то из воскресших пророков? Нет. Может быть, это ангел? Нет. Это какой-то страшный богохульник, как они до сих пор говорят. Он узнал тайное Божие имя, тайным Божьим именем совершая чудеса. На самом деле он богохульник и злодей. За что его распяли? За богохульство. Это было его обвинение. В блуде обвинить не могли, в воровстве обвинить не могли, в пьянстве обвинить не могли, в растлении малолетних обвинить не могли. Обвинили в богохульстве. Когда он сказал, значит, спросит: «Ты сын благословенного?» Он говорит: «Это ты сказал». И отсели: «Узрите небо отверсто и сына человеческого, грядущего на облаках силою славою многою». Они порвали одежды и сказали: «Вы слышали хулу?» Он говорит: «Слышали». Что нам еще нужно? Каких еще доказательств? Его осудили как богохульника. Слышите? Какое великое счастье, что мы с вами, слабые, немощные, суетные, глупые, не читающие Библию, маломолящиеся люди, лишены этой проблемы. Нам не нужно размышлять, а кто он такой, Иисус?
Он тот, кто нужен, или не тот, кто нужно? Он другого будем ждать, или это тот, который уже пришел? Это все снято с нас. Мы наслаждаемся верой и твердым знанием. Мы стоим на нем, как на каменном основании, что Иисус есть Сын Бога Живого, истинный Бог и в воплощении совершенный человек, который может словом отпустить грехи человеку, который может словом поднять мертвого из земли, как Лазаря поднял из гроба четверодневного, который может стянуть расслабленного, который все может. С нас снялись все тревоги сердца. От нас теперь требуется только вера, молитва и жизненное исповедание правды христианства. Все проблемы остальные Господь просто снял с нас. Но если мы не дадим Ему веру, если при таких облегченных условиях мы не дадим Ему молитву чистую и не возблагодарим Его святое имя вместе с Отцом и Духом, тогда берегитесь. Тогда будет то, о чем я читал вам из пророка Сафонии, который говорит, внезапно, говорит, великое разорение, притом внезапное, придет на всю вселенную. И трупы будут как помет, и кровь будет разметана как пыль. А вы, смиренные земли, взыщите Господа, может быть, Он помилует вас. Там так написано. Конец первой, начало второй главы книги пророка Сафонии. Все это сегодня очень близко к душам нашим, благодаря известным для всех событиям. Итак, стойте, дерзайте в вере, крепитесь на этом твердом основании. Других оснований не ищите. Кроме Иисуса Христа в основании нашей жизни положить нечего. Тот, кто после нахождения истины ищет еще чего-нибудь, тот ищет лжи. Мы же стоим на твердом фундаменте, что Иисус Господь, могущий все, дадеся Ему всякая власть на небеси и на земли, Ему сладчайшему, воскресшему из мертвых, искупившему нас от грехов наших кровью Своею и сделавшего нас царями и священниками, Ему с Отцом и Духом мы сейчас продолжим молитву. И пусть каждому будет по прошению Его, и по вере Его, и по покаянию Его. Аминь.